Подожди, подожди, не прыгай, я пока не готов. Извините, мы не специально, только не рассказывайте папе! Мы уже 147 дней на ковчеге, а земля так и не показалась. Наше меню становится все скуднее. А это вот что? То же, что и вчера. А вот это вот? Это подгоревшее, что и вон то. Это вся еда, что у нас осталось? А? Не волнуйся, я смогу надолго растянуть эти запасы. Дэйв, а где дети? Земля? Финни! Наконец-то ты очнулся. Обалдеть, гнездовиха! Хватит уже тыкать меня. Мы построили колонию, чтобы гнездовики были в безопасности. Подальше от этих вечно голодных хищников. Ковчег, они приплыли сюда. Ну все, сейчас начнется. Может, помочь им? А когда закончится еда, кого они будут есть? Комариков? Нет, не комариков. Вас! Хотите, чтобы мы сами подали себя на обед вашим прожорливым друзьям? Если нас чему-то и научило время, что мы провели на ковчеге, то это... Никогда, ни за что не щекотать бегемота и его семью. Нет, Дэйв. Это научило нас, что мы, животные, всегда можем найти общий язык, несмотря на различия. Новая глава. Величайшие истории всех времен. Упс, приплыли. Что вы сделали с ковчегом, звери? Вы разломали ковчег, чтобы сделать джакузи. Нет, мы разломали ковчег, чтобы сделать 3 джакузи. Расслабься. Повторите, пожалуйста.